школе номер 6 имени Омарова города Каспийска после традиционной линейки состоялся урок о важном, который проходит каждый понедельник. На этот раз гостем стал советник главы Дагестана Шамиль Алиев. Он затронул актуальную на сегодняшний день тему – негативное влияние пагубных привычек на жизнь человека и подрастающее поколение. На сегодняшний день в Республике Дагестан зарегистрировано официально 6500 наркоманов. Среди них, к сожалению, есть ребята, которым 13, 14, 15 лет. Это же ваши сверстники, ребята. И когда с ними разговариваешь, никто же не планировал наркоманом стать в будущем. Это все происходит очень, знаете, незаметным образом. Кто-то говорит, попробуй вот эту таблетку, она безвредна, это вообще не наркотик, это просто конфета, она расслабляет. Все ее делают, вот смотри, там, вот этот спортсмен ее делает, вот этот бизнесмен ее делает. И таким образом вам впервые это все возможно дают бесплатно попробовать, а в дальнейшем уже молодой, не сформированный организм, он подвержен очень сильному воздействию. Также для школьников были подготовлены познавательные видеоматериалы, рассказывающие о статистике, вреде, а также последствиях употребления наркотиков, алкоголя, электронных сигарет и табачных изделий. Как отметила директор учебного заведения Мадина Гамзатова, школа не только дает академические знания, но и воспитание души и сердца. Мы озабочены тем, что очень много молодых людей в стране, в республике занимаются тем, что гробят свое здоровье наркотиками, алкоголем, табаком. И вот такие вот встречи, вот этот замечательный видеоролик, который привез Шамиль Алиев, в котором в сжатом, концентрированном виде выданы все те установки, которые должны получить дети для того, чтобы никогда не притронуться к вредным для здоровья средствам. Стоит отметить, что беседа прошла в интерактивной форме. Ученики принимали активное участие в разговоре и делились своим мнением со спикером. Напомним, что внеурочное занятие «Разговоры о важном» проходит в образовательных учреждениях страны каждый понедельник после линейки. Оно направлено на воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, повышение общей культуры обучающихся, развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, а также формирование культуры поведения в информационной среде.